Закрой дверь! Закрой дверь! Закрой дверь! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Steel Wake. Приступаем. Как-то даже не дал самому себе вступление сделать, так быстро начал. Но тем не менее, мы играем сегодня с вами дальше в эту игру. Посмотрим, что она нам преподнесет. Пока что интересно. Интересный аттракциончик получается. Жутковатый местами. Как у нас фонарик включается? Вот он. Все, открываем, идем дальше. Следующий корпус. У нас с вами задание войти в... Маклири? Финли? Слава богу, это ты. Ага, ты тоже. Рейник меня чуть не убил. Он сам не свой. Зверюга сраная. А как по мне, все по-старому. Еще кого-нибудь видел? Броди. Он меня сюда послал с генераторами разбираться. Генератор, ага. Я туда же направляюсь. Свет есть? Ну да, мы же на аварийном питании, так? Долго оно не протянет. Бэйра сильно пострадала, аппаратура на ладан дышит. Лучше некуда. Как нам тогда генератор запустить? Первым делом тебе нужно добраться вон туда и перезапустить защитное реле. Может, генераторы тогда и заработают. Давай попробуем. Хорошо, давайте попробуем. Это вот сюда. Это вот сюда. Меня забавляет, когда он начинает стартовать в спринте. Смотрите. Просто ломится, а скорости нету. Не могу никак привыкнуть к такой маленькой скорости. Бесит. Нам нужно вот сюда пробраться. Так, у нас здесь есть возможность спрятаться. И это меня напрягает, если честно. Что это? Это-то понятно. Вот это как будто кокон. Блин, конечно, этот эффект прикольный разок, но он слишком заполоняет экран. Прям совсем ничего не видно. Вот здесь можно спрятаться, и тут у нас есть термос. Так, сюда придет монстр. Очень скоро. Ну-ка, давайте сюда. Эй, Маклири, куда собрался, а? Защитный реле вон там. Извините. Черт. Я же не знаю, как туда попасть. Может быть, можно через кишку пролезть? Нет. А, так вот, здесь пролезть можно. Все окей. Вот как раз-таки сейчас мы монстра и вызовем, да? Ох, красота, заработала. Надо Финли передать. Я думаю, она слышит. Стоп. Дверь. Черт. Финли. Надеюсь, она жива. Мама? Что такое? Твою мать. Где? Откуда? Откуда она нападет сейчас? Вон Финли. Надо же, сработало. Твою мать. Видимо, генератор вырубился из-за какой-то неполадки. Ага, если мы ее не устраним, от реле толку ноль. Надо перезапустить генератор вручную. Ладно, давай. У нас с тобой две задачи, Маклири. Генераторы и неполадка. Ты разбирайся с генераторами, а я неполадку поищу. А это еще что за херня? Не знаю. Но генераторы в той стороне. Я туда, сука, не ногой. А что, есть план получше, а? Вот и мне... Вот именно, короче, ладно, пойдемте. Пока я думал, как заменить слова матерные, я что-то выключился, просто мой генератор выключился. А, ну вот сюда надо идти. Оп. Хочется, чтобы эта игра превратилась в жуткий прям стрём. Но, как знаете, в Зловещей долине какой стрём. Вот такого уровня хоррор. Когда ты видишь монстров, они как бы, ну, монстры, они сразу перестают быть супер страшными, когда ты их разглядел. И уже только сам страх, что тебя поймают, присутствует. А хочется всегда вот ощущать что-то неизведанное, стрёмное. Как будто портал, да? Это яйца? Икринки? Я, кстати, недавно ходил на хоррор. Вчера сходил на хоррор один, который очень сильно сейчас хайпится. Называется Long Legs, или Собиратель душ по-русски.
Ой. Свое мнение я написал об этом фильме у себя в Телеграме. Можете зайти и ознакомиться, если вам интересно. Так. Где монстр? Вот сюда. Опа. Есть примета, чтобы кидать. А толку с них, если я все равно сейчас выброшу? Ладно. Ну, ползи, гнида. А, нужно удерживать, точно. Ой, ну прям за стенкой как будто. Так. Я слышу крики. Это фильм для крики? Что за херня? Ну-ка. Красный. Нет, не открывается. Ладно, просто идем на свет тупо, и все. Ой-ой-ой-ой, начинает плющить. Ну, видать, сюда надо и пойти. Кстати, мне показалось, что большая часть публики и игроков, которые играли в эту игру, не выкупили. Ну, может быть, мне просто так показалось. Но как будто бы они не выкупили, что эта игра, она прям пипец как повторяет фильм «Нечто», который 82-го года, по-моему, Джона Карпентера. Это старый-старый фильм, который сейчас классикой уже давно признан. Я так понял, что из-за того, что большинство игроков сейчас это молодое поколение, которое уж вообще никак не застало этот фильм. Я не застал этот фильм, потому что я еще даже не родился. Но он стал всеобщепризнанным в моем детстве как раз-таки. Потому что когда фильм вышел, его все хаяли и считали, что это какая-то дичь. Вот, а потом он стал суперклассикой. Ну так вот, сейчас, наверное, люди, не все люди знают, что такое фильм «Нечто». И поэтому... Так, зачем я сюда полез? И поэтому, наверное, считают эту игру супер-мега-оригинальной по визуалу. Но, опять же, я могу ошибаться. Наверняка все, кто моего возраста, сразу поняли, откуда игра вдохновение брала. А фильм «Нечто», в свою очередь, как раз-таки брал вдохновение отчасти от Говарда Лавкрафта. Много хорроров, мне кажется, берут оттуда вдохновение. Я как-то относительно недавно узнал, что даже «Зловещие мертвецы» брали вдохновение у лавкрафтовских монстров. На первый взгляд, так и не скажешь. Черт, я сегодня вообще никак артикуляцию не разминал, я чувствую, как будто у меня просто язык заплетается. Извините, если что, если я буду дичь пороть, и буду ее пороть так, как будто у меня полный рот жеванных сухарей. О! О! Хор из криков, которые в агонии. Это стрёмно. Мне нужно больше звука. Ой, не такого! Найдите панель управления генератором. Видимо, мне в рубку на другой стороне. Осталось немного. Ой, кровишка, что-то хлещет оттуда сверху. О, там человек. Там лицо и руки. И несколько лиц.
Они словно тянутся друг к другу руками. Вон туда, вон тот завет. О, вон сползло, сползло. Чё ты стоишь на месте? Странно, что эта мразота не может залезть в эту вентиляцию, потому что, мне кажется, ей самое место здесь ползать. Ладно, давайте-ка уйдем отсюда. А кто там назвал меня трусом? О! Ладно. Давайте попробуем швырнуть. Ползи, ползи, ползи туда. Почему она не попала? Она ползет. Я вижу. Вентиляция. Оп! О! Ой, куда я выполз? Черт, это свет! Свет приманивает его. Фига, оно меня пытается как-то еще на пол взять. Типа, а, сыкло, да? Перестань пытаться сюда залезть. Ну и в какую сторону его отвлекать? Вообще, где он? Ага, вижу. Мне надо сначала определить сам маршрут, как пройти туда. Вот он сейчас успокоился. Давайте я включу свет. Хочу понять, как он реагирует. Что с фонариком? О, когда я сюда заползаю, света больше нет. Он видит меня или нет? Слушайте, как будто не особо. Ой-ой-ой-ой. Он сейчас сверху проползет, да? Ой. А, я здесь даже и не пройду. Теперь он с той стороны. Ладно. Воспользуемся этим. И поползем аккуратненько. Вот сюда. Здесь. Мы проползем. Вот сюда. Очень легко, просто. Теперь я вижу лестницу. Значит, нам нужно кинуть... Это термос. Вон туда. Иди, 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 дружище. Иди, иди, иди. Хороший, хороший монстрик. Теперь мы аккуратненько ползем. Здесь вентиляция, в которой мы быстро забегаем. Можно было это делать медленно. Я только зря его приманил. Нет, нет, нет. Все нормально. Сейчас отшвырну этот термос туда вдалеко. Получается, какая-то часть личности осталась в этом чудище. Не только лицо. Значит, давай, кидаем туда. Оп! О, хорошо, 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 хорошо. Как будто бы только злобная часть личности осталась. А! Опа! Что, 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 что? Что? Как? Так, надо быстро-ка открыть. Стоп! Я хочу открыть! Нет? Ладно. Что я делаю? А, надо понять, как это работает, да? А. Оп. Понял, понял, понял. Это маленькая загадочка.
Вот сюда, сюда, и ты потом. Ты нажимайся. Потом сто пудов ты, и вот ты. Есть! А где монстр? Куда он делся? Надо вот сюда. Надо сюда. Там стрелочка даже указывать. А, погоди. Каз, Каз, слышишь меня? Блин, не пугай так. Адейра не видела? А, этот придурок. Судя по всему, он в растворный. Слушай, у нас получилось. Сначала мы пересели на аварийное питание. А теперь и вовсе этой сраной темноте сидим. Ты о чем вообще? Ну да, давай истерику закатим. Мигом все наладится, да? Заведи же чертов генератор. Он где-то на этаже. Ключ от него где-то неподалеку, а я пока неполадку поищу. Только Адейру не попадись, хорошо? А, Адейр — это тот чел. Чел, монстр. Страшный монстр. Все, нам точно сюда. Нет, я еще не нашел ключ. Без него генератор не запустить. Что же ты хочешь от меня? Вот ключи какие-то. Ага. Готово. Это типа вот сюда. Потянуть. Отворить. Пролезть. Почему я ползаю, когда все эти монстры выглядят как гады ползучие? Мне кажется, как раз таки было бы... Ой, что? Мне кажется, было бы стрёмно, если бы они все-таки могли забираться в вентиляционные. То есть надо было бы максимально грамотно их использовать, не попадаться на глаза. Ой-ой, фу-фу-фу-фу, нам вот сюда надо. Есть. Сработала, Каз! Я нашла неполадку. В растворной предохранитель перегорел. В растворной? Адейр же там, да? Каз, он возвращается, сваливай! Возвращайся в растворную и почини предохранитель! Мать! Нам вот сюда надо. Так, термос. Сейчас, сейчас успокоится. Окей, 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 окей. Возможно, это значит, что он меня потерял из вида. Тихо, тихонь. Слушай, я могу пока не кидать, на самом деле. Мне надо просто обратным путем пройти вот так. Осторожно. Ну-ка. Вот туда его. Ага. А сами аккуратненько. Аккуратненько. Ой, сюда. Что-то я, по-моему, не туда пошел. А. Не знаю. Тебя надо вот сюда отвлечь. Ну-ка, ты идешь? Вот так. Теперь вот... Да, правильно. Обратной дорогой. Просто инопланетный монстр, который пытается тебя найти, такой... Твою мать! Он меня не может видеть. Да. Фух. Итак, нам чуточку осталось. Он далеко. Very good. А, погодите. Тихо! Что это был за звук? А чё это? А чё это за музыка, как будто погоня началась?
Ой, что он делает? Что он делает? Что он делает? Он как будто бы застрял в текстурах, я не знаю. Так, он услышал, как я бегу. Почему-то мне кажется, что я запустил некую кат-сцену. Куда я возвращаюсь? Нет, нам не сюда. Хорошо. Я думаю, мы что-то запустили, чего не должны были еще запускать, или бы мы ее как-то неправильно запустили. Должна была начаться адская погоня, в результате чего... Осторожнее, осторожнее. Он влез сюда и застрял в текстурах. Все, я нашел, куда идти, слава богу. Вот. Только непонятно, что делать-то здесь. Черт, это было напряженно. Перезапустите защитное реле. Реле или реле? Я не знаю, что это такое. Ну и вопли. Неприятные вопли. Вот такого хочется больше. Окей. Что это? Термос? Щиток должен быть где-то здесь, в растворной. Наверное, сейчас просто пойдем и увидим его, я думаю. Вряд ли он там спрятан как-то надежно. Я вижу, вон он. Но. Мы здесь вряд ли пройдем. Вот он. Я так и знал, что ты сейчас явишься. А я все равно нажму. Я все равно нажму. Окей. Перезапустите. Кас, слышишь меня? Электричество работает. Вернись и перезапусти защитное реле еще раз. Я до тебя добраться не смогу, так что увидимся позже. Вот, опять же, возвращаясь к фильму «Нечто», там же была такая классная концепция, механика вшита в этот фильм. Это, ну, типа игры «Мафии», когда ты не знаешь, кто является предателем. В этом фильме там очень большой акцент сделали на этом. И здесь, поскольку здесь есть определенный каст персонажей, мне кажется, было бы классно сделать то же самое. Раз уж мы идем по нечто, правильно? То есть, ты бы никогда не знал, кто из них окажется предателем. А может быть, предатель это ты? Но я думаю, что в нашем конкретном случае мы уже заражены этой тварью. И поэтому у нас такая реакция. Видите, вот этот эффект пленки на глазах, сгорающей пленки. Я думаю, мы все-таки заражены, и монстр хочет с помощью нас что-то сделать, куда-то дойти. Почему мы, правда, непонятно, что в нас особенного. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ладно, нам нужно нечто подобрать. Тихо. Ой, прям здесь.
Он потерял нас из виду, несмотря на то, что мы за решеткой стоим прозрачной. Куда нам, кстати говоря? Вот сюда. Закрой дверь! Закрой дверь! Закрой дверь! Ты закрой дверь! В решетку! В кишку! Какую решетку? Все! Не сегодня, ублюдок. Спрятался в кишке, хорошо. Мы правильно идем вообще? Ой. Мы, по-моему, вообще не туда пошли, да? Ой, он открывает дверь. Где указатель только что был? Этот урод полностью исчез, или он все еще здесь? А, нет, смотрите. Теперь указатель исчез. Ладно, идем дальше. Видать, нам надо дальше. Ага. Здесь мы еще не ходили. Так, открыть. Блин, так надо было? Закрыть. Он же прям тут, я слышу его. Где ты? Вижу. Все хорошо, все хорошо. Окей. Вот туда иди. Ой, а я же не вижу, сейчас ничего не... Блин. Можно прям за ним идти. Так, здесь мы не пройдем. Вон туда можно заползти. Просто за ним. А так. Шикардос. Шикардос. О, мы близко. Давай туда швырнем. Мама, мама! Почему он на меня вместо этого побежал? Мы бы тебе прям в него попал. И он обиделся на меня. Наверное, так случилось. Ладно, вот сейчас он отползет. Ты же отползешь или как? Или ты здесь будешь торчать теперь? Окей. Гнида не собирается уходить. Мне нужен предмет какой-нибудь. О! Пожалуйста, уходи. Вот, красава. Есть! А-а-а.
Есть! Эй, не бесись. Я думаю, мне надо нахрен отсюда валить уже. Вот, пойдем сюда, думаю. Открыть точно не получится. Может, позвонить кому-то? А, мне сами решили позвонить. Финли? Каз? Нет, это Броди. Я-то думал, это Финли, раз свет зажегся. Сработало? Слава богу. Финли была здесь, но мы разделились. Ты в порядке? Ага, в отличие от платформы. Твою мать, ты серьезно? Мы идем на дно. Сколько нам осталось? Недолго, если не подсуетимся. Слушай, тебе надо добраться до понтонов. Нужно завести лебедки на всех четырех опорах. Выиграем немного времени. А толку-то? Понтоны, электричество. Остальная херня. Кошмар сраный. Ты чего несешь? Сам-то пока цел и невредим, а? Не то, что остальные бедолаги на платформе. Ты явно кому-то наверху понравился, Каз. Вот и Рой то же самое мне говорит. Ага. Но он-то за Барнсли болеет. Поди привык молиться. Дело говоришь. Я всегда дело говорю. Ты на нашей платформе самый везучий, и везение нам сейчас очень кстати. Ну что, погнали? Что надо сделать? Заведи лебедки на опорах А и Б, а я разберусь с остальными. Проще простого. К ним можно попасть прямиком из инженерного корпуса. Ага, лады. Я найду дорогу. Спасибо, Каз. Если получится, я дам знать по громкоговорителю. Окей. Хорошо, я тебя понял, все понятно. Заведите опорные лебедки легко. О, теперь я смог выбраться. Кто открыл эту дверь, непонятно. Опа. О, мы сейчас на улицу выйдем. Прикольно, мне здесь нравятся левелы на улице. Хочется эту туманную атмосферу. Да, я уже по освещению вижу, что мы сейчас будем на улице. И прикольно, что при этом день, а мы не на улице. Черт. Опора А. Хочу на улицу гулять. Что ж, они хотят, чтобы мы обошли, да? Нет. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ну, а, нужен огнетушитель, да, я ж помню, нас обучали этому. Вот ты красавчик мой. Че он не гаснет? Тушись давай, вот. Хорошо. Теперь-то что? Там, кстати, еще огонь, поэтому я не буду, наверное, выкидывать пока что. А, нам придется выкинуть в любом случае. Оп, в другую сторону. Ой, опасно. Ой, опасно. Воу! Оп! Красава, красава. Ладно, ладно, ладно. Теперь он хочет, чтобы мы, наверное, пошли. Ой! А что это он просто взял и сошел? Я хотел просто подойти к краю, а он соскочил с него в итоге. Эх. Слегонька не получилось. Смотрите, вот что копыло. Так, мы здесь сейчас жмем пробел. Оп! Я же вижу, вон написано. Точнее, вон, видите? Желтая. За это мы зацепимся, по-любому. Но сначала, видимо, нужно что-то здесь нажать. Правильно? Ага. Что-то совсем не то, что я хотел. Надо его ниже опустить. Еще ниже, еще ниже. Во. Оп. Эй. Эй, эй, не падай! Окей, вот как раз таки это место. Угу, еще ниже.
Разбег? А, да, прыгну отсюда. Давайте попробуем. О! Карабкаться, карабкаться, караб... Я же жму! Я же жал. Я жал. Ничего, сейчас сделаем это еще разок. Вот. Все. Сейчас получилось. Не смотри вниз. Ой, я тоже, я ненавижу высоту. Просто терпеть не могу. А в какую сторону мы хотим теперь? На эту лестницу, что ли? На лестницу, что ли? Лестницу как-нибудь, что ли? Шайт! Я не... Да я явно на ноги приземлился, а значит не сдох. Все нормально. Драматизирую тут мне. Короче, да, там надо было что-то нажать. Ой, что это было? Э, слышь? Ой. Смотрим еще раз. Оп. Итак, удерживаем. Ага. Я продолжаю удерживать. Что я должен еще делать? А, ползти, 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 наверное, да? Наверное, вот сюда. Наверное. А куда? Нет, стоп. Ниже уже никак. Давайте направо. Вот сюда. А, хорошо, все. Тут прикол в том, что если ты на секунду, на микросекунду отпустил правую кнопку мыши, твой персонаж срывается. Поэтому действуй максимально осторожно. Словно мы играем в Climbing Over It. Или как там называлось? Это Difficult Game About Climbing. Кстати, если не видели, можете посмотреть мое прохождение. Было очень забавно. А мы тем временем жмем и что-то крутим вечно. Кто мою станцию шатал? Сработало. Похоже, Броди разобрался с опорой С. Наверное, он разобрался. Стоп, мы в ту сторону. Наверное, в ту. Вот он умный персонаж. Он не идет на двух ногах по таким вот тоненьким поверхностям, а ползет на четвереньках. Я бы тоже так делал. Какого? Какого? Ломаться только не надо, а? Э? Куда нам? О, рычаг. Делается что-то позитивное, судя по всему. О! Противовес на ходу. Куда нам теперь? Здесь мы не пройдем никак, я думаю. Видать, нам нужно просто вернуться обратно. Успел, ой, успел. Все хорошо, все хорошо. Куда же мы теперь должны идти? Так. Здесь точно ничего не получится. Вот туда бы как-то попасть, наверное. Стоп, у нас есть, может быть, указатель какой-то? И еще ниже. А, и мы сможем с помощью него сейчас спуститься. Окей. Я выжил. Я сейчас подумал, что он сдохнет, потому что такой фак.
Заведите первую лебедку. Давайте заведем первую лебедку. Вижу лебедку. Это шланг пожарный, сори. Вот. Ну что ж, давайте тянем. И... Все, хорошо. Ладно, теперь лебедка. Пошла? Пошла. Теперь надо с другой стороны, судя по всему. Каз готова. Трос натянут. Рад, что ты в порядке. А то тут... Тут внизу так себе. Мягко говоря, блин. Первый трос готов. Теперь то же самое на опоре Б через понтон. Ага. Увидимся там как раз, Каз. Очень на это надеюсь. Ладно, нам нужно в водичку. Мы плавать будем. Ну, давай вниз, погнали. Ой, трупик. Можно как-то побыстрее это делать? Было бы классно... Господи, сколько тут еще трупов. Было бы классно, если бы ты был знакомый нам персонаж. Вот так вот его, знаете, невзначай найти, пока ты делаешь всякие штуки, это было бы очень неприятно, особенно если персонаж был бы хорошим, который бы нам заставили нас сначала полюбить, чтобы мы его симпатизировали. Мне кажется, ну, лично я считаю, что каждую возможность, которая есть, подворачивается, нужно использовать на максимум, когда пишется история игры. Особенно в игре, поскольку ты сам непосредственно принимаешь участие в истории. Нужно заставлять тебя постоянно что-то чувствовать. А не просто всякие рандомные вещи делать, типа там лебедку подтянуть и так далее. Вот, допустим, одно дело подтянуть лебедку, чтобы станция, да, не утонула. А другое дело, чтобы там кто-то твой не сдох, персонаж, который тебе дорог. Потому что, ну... Я пока, во-первых, не вижу, как станция погружается под воду, поэтому я не особо ощущаю эту опасность. Алло? Ну, то есть, да, вы поняли, наверное, мою мысль. Нужно всегда использовать... Вот, допустим, нашел труп, обязательно должен быть какой-то... Этот труп должен вызвать у тебя эмоции. Не просто это какой-то рандомный труп, а это труп того, кого ты знал. Это будет гораздо сильнее играть, мне кажется. Ладно, нам нужно вот в эту пучину нырнуть, судя по всему. Ой, тут прям вижу разводы радужные. Финли? Меня глючит, да? Меня глючит. Что я открыл? Ага. О! Как они вообще сюда попали? Пытались, наверное, сныкаться. Они попали сюда так же, как и я здесь оказался сейчас. Судя по всему... Ой, блин, неприятное место. Так, что-то бурлит. А, закрылась дверь. Нет, черт побери. А, она затапливается. Так, нужно что-то делать быстро. Нужно очень быстро грести. Чтобы сделать длинный рывок вперед, удерживайте. Давай, зажмите. Зажмите пробел. Оп. Стоп. Что ты хочешь? Вот так. Сейчас как-то тупо, неудобно. Так. Я умру, я не успею, не успею. Давай. Да что за говно? Не, все, 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 хана. Мне хана. Мне хана, я не успеваю. Надо придется заново это все сделать. Почему я. О! Все, сдох. Мозговая гипоксия, к сожалению, случилась. Я не врач, но звучит не очень приятно. Где?
Где я? Оу. Нужно все это по новой сделать. Причем надо как-то получше прочитать, что там было в туториале написано. Так, внимательно. Чтобы сделать длинный рывок, вперед удерживайте... Ага, затем нажмите... Ладно, получается, видимо. Я не знаю, что я делаю сейчас. Я ничего не понимаю, не работает, нифига. А, тем не менее, у меня получилось. Ладно. Воу. Пошла волна. Оп, смотрите. Что? Исследовать. Опасно. Угроза взрыва. Курение строго запрещено. В случае прорыва буровой штанги необходима эвакуация из-за затопления горючим. Понял. Тут горючего много. Я вижу, как много здесь горючего. Нам нужно сюда. Перелезем тут. Ой. Ну-ка. О, бедолага. Там затопление, да, получается? Нет, я не хочу туда. Внимание, опасно для жизни. Створ должен быть поднят до начала техобслуживания. Рычаг необходимо опустить до конца. Внимание, находиться в этой области при опущенном створе смертельно опасно. Туда я правда не хочу. Давайте туда и не пойдем. Внимание, опасно для жизни. Створ должен быть поднят до начала техобслуживания. Рычаг необходимо опустить. Ага, все то же самое. Ну что, погнали. Все, нас ждут водяные горки. Вау. А я помогать должен плыть? Наверное. Давай, давай, мужик. Давай. Умница. Фу. Все, давай, выползай. Ой, я думал, это будет страшнее. Я думал, что игра сейчас будет на мою клаустрофобию давить. У меня ее нету. Хотя нет, я бы сказал, что она, наверное, чуть-чуть есть. Больше я боюсь утонуть. Ой-ой-ой, дверцу смогу открыть? Смогу ли открыть? Смогу ли открыть? Наверное, не надо пытаться ее открыть. Лучше вот сюда. Ой, я не успеваю же, нифига. Мне надо отдохнуть. Фу. Фу, куда же, куда же, куда же, куда же, бедняга я. Вот сюда. Давай. Куда? В трубу? Стоп. Ой, как витиевато здесь. Мужик, давай, ну. О! Здесь не получится. Я думал, смогу вдохнуть немножечко здесь. Уродство. Меня обманули. Пожалуйста. Пожалуйста. Есть! А, отлично. Фу, не растерялся, смог. А, пронесло. Теперь что нам нужно сделать? Пересеките понтоны. Ага, все то же самое. Все то же самое.
Похоже, он и со второй опорой разобрался. О чем по громкоговорителю мне ничего не сообщает? Он же обещал. Блин! Че это мы нырнули так? Нас кто-то потащил за ногу? Ой. Ну что ж, видать нам сюда. Надо посмотреть как следует. Ничего не видно. Я вижу тут брешь. Да, нам на ту сторону. Туда? Давайте. Как здесь плохо. Надо ускориться. Ага. Ага. Опа, рывок. Куда я рывок сделал? Опа, просто всплывай, просто всплывай. Все, умница. Опа, что это? Угу, опять эта штука. Что? Там кто-то стоит? Ау! Там кто-то стоит. Ой, это плохо. Ой, музыка. Мэри! О'Коннор? Ты где? Это ты? Убирайся! Мне нужна Мэри. Господи. Черт возьми. Что с тобой стряслось? Можешь сходить за Мэри? Можешь? Ты же меня слышишь, да? Понимаешь? Срань господня. Мне жаль. Я тебе уже не помогу, прости. Во! А, вот так делаем, да? Окей, хорошо, вот так делаем. Сейчас в мою голову закрылась мысль, что, возможно, в начале игры, когда мы только ходили по станции, все было мирно, мы могли пообщаться со всеми персонажами и узнать их получше. Возможно, я просто всрал эту возможность. А-а-а! Не трогай меня, говна, кусок! Я когда-нибудь отсюда уже выберусь, а? Ну, наконец-то, пора заканчивать с этой фигней. Итак, внимание, процедура ручного сброса. Работа с лебедками разрешается только при уведомлении управляющего. Угроза переворота. Вынуть стопорный штифт. Запустите лебедочный механизм. Посторонним лицам доступ запрещен. Запрещен, я понял. Ага, мы продолжаем, да, лебедки делать же, точно. Итак, потянуть. Все хорошо. Высвободил. Готово. Получилось, Кас. Вжух, и готово. Неплохо, а? Не говори, Гоб. Забирайся на опору, там и встретимся. Без тебя бы все накрылось, зуб даю. Ага, но радоваться-то пока рано. Это что, я должен... Это нефть? Она не загорится нахрен сейчас? Мерзко и приятно одновременно, такая вязкая, такая...
Прям хочется сожрать, карабкаться. Так, я сейчас весь в нефти. Теперь нельзя подходить к огню. А он, кстати, как будто сам подбирается ко мне. Так, наверное, нужно... Что мы опускаем? Где? А где? А, вот она. Красиво. На что это за частицы такие летают? Это споры? И за счет чего вот это чудище заражает людей? Каким образом? Наверное, за счет спор. Опа, смотрите, реакция пошла. Вот это да. Да, увидеть красоту в этом ужасе, это прикольно. Прикольный ход режиссерский. Это сама мысль, что вот то, что нас пугает и может убить, может быть на самом деле, как правильно сказать, что если то, что вот нас ужасает, вот эта вот стрёмная новая форма жизни, это хорошо. Нас вот эта перспектива может пугать адски, да? Что мы должны, наоборот, принять с энтузиазмом и полностью отдаться этому новому существу, чтобы лицезреть нечто столь прекрасное. И что оно сделает мир только лучше. Но это лучше для нас равно смерть. Но вот эти мгновения смерти перед тем, как мы будем поглощены этим, они... Мы лицезреем что-то настолько прекрасное, что никогда в жизни ни у кого не получалось увидеть. То есть это как... Это как в комиксе, в манге Узумаки. Там тоже вот эта идея, она где-то чувствуется, если до конца дочитать, что стать частью чего-то громадного, страшного, непознаваемого, непостижимого, что сулит гибель. И при этом это может быть прекрасным. Прекрасно настолько, что аж хочется отдаться этому. Такое странное чувство. Жилой корпус. Как же задолбал этот холод. Опа, смотрите, ну, во-первых, да, ночь, к сожалению. И уже ливень. Ой-ой-ой-ой. Мы где находимся-то сейчас? Отогрейтесь. А, задача отогреться. Теплый душ принять. О, посмотрите, книжку почитать. Лодочники. Из сборника 12 стихотворений с побережья Крейга Генри Кэмпбелла. Плечом к плечу под гулки чай крик. Все вместе мы выходим в море скоро. На горизонте суши мрачный лик. Мелькает огоньками скорбный город. Старушка Бейра держит наш штурвал. Под мачтами скулит холодный ветер. Мы молимся, чтоб шторм нас миновал. Болтаем тихо обо всем на свете. А поутру ее стремится взгляд за горизонт, покрытый облаками. Ее мужчины беспокойно спят под одеялом, словно под камнями. Работа тут отнюдь не высший сорт. Семейство лишь собрать бы воедино. Но снова заступаем мы на борт, и снова пробуждается пучина. Это меня не согрело. Надо согреться, блин. Господи Иисусе, давайте позвоним на горячую линию, чтобы согреться. Нет, это тоже не получится сейчас сделать. Да что же, что ж ты хочешь? Что ж ты, блин, хочешь? Теплая музыка, согревающий джаз. А, погодите, вот. Ух!
Давай, включай на максимум. Господи, надо отсюда сваливать. Свяжитесь с Роем по телефону. Да, кстати, как там ты? Как там он? Рой! Рой! Твою ж мать! Га, слава богу, я так волновался. Прости, дружище, я всю платформу обошел с тех пор, как мы последний раз виделись. Что происходит, Газ? Что там с вертушкой? Этот ублюдок попытался без нас улететь, но... Что-то сказать, вертушка его не послушалась. Черт побери, Каз. Кто-нибудь выжил? Ага, я, Финли видал. Мы с ней генераторы наладили. Броди тоже жив, с натяжными опорами подсобил. Знаешь, я теперь чертов специалист по нефтяным платформам. А я тебе говорил, хорошо, что ты там не один ходил, и что те двое живы. Я О'Коннора видел. Он тоже превратился, но... Мне показалось, блин, сам не знаю, но... Пусть они в чудищ каких-то превратились, это все равно наши ребята. Что происходит, Рой? Каз, все хорошо. Такой уж я неуклюжий. Вот сделаю укол, и все будет в порядке. Тебя забрать? Нет, нет, я справлюсь. Разбирайся пока с платформой. Придумай, как нам домой вернуться, чтобы ты дочурок повидал. Ладно. Ага. Хороший ты парень, Каз. Потому-то Сьюзи тебя и полюбила, сам знаешь. Она правда тебя любит. Ладно, сейчас дело не до этого, надо что-то делать. Ага. Извини, Рой, мне пора. До кают доберешься? Ага, уже в пути. Ты тоже, иди давай. Я за тебя помолюсь, дружище. Помню, Христос тебя любит, Каз. Остальные думают, что ты мудила. Ага, ладно, дружище. Увидимся. Ладно, все, пора идти. Главное, что Рой жив. Стоп! Алло? 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 Есть кто живой? Наконец-то. Слушай, у меня времени мало. Дочку я оставила с мамой, надо было отойти. Она злится, я в этом доме с ума схожу. Сьюзи? Это ты? Ух, блин. Она меня пинает изо всех сил. Боксером вырастет, а? Ага, размечтался. Вот бы тебя сейчас увидеть. Ты у меня красавица. Ага, конечно. Слониха скорее. Черт, что такое? Сьюзи! Сьюзи? Мы сходим с ума. Мы сходим с ума, пойдемте чуть-чуть освежимся под дождиком. Красиво! Ой, как красиво! О, как мокро и красиво! Нам нужно вот туда, вниз пойти. Ай! Ой, я начинаю хромать? Нельзя так прыгать. Вой, я слышу этот чертов вой. Тварь уже проросла почти что до самой вышки, черт подери. Ну и ну, разрастается, что ли? А это оно? Вот этот вой издает. Смесь голосов. Непонятно, что это за существо такое, в плане... Твою мать, тут повсюду нефть. Одна искра и хана. Что дает этому существу энергию? То есть, оно хавает сейчас людей. Но вот все это время, до того, как мы пробурили, оно же как-то существовало. Неужели оно было в зачаточном состоянии? А потом как бах, и начало хавать. И почему оно так разрастается? Из-за чего? Вряд ли из-за того, что просто людей хавает. Разберись. Хоть в лепешку разбейся, мне плевать. Сьюз? Господи Иисусе, что за херня со мной творится? Придумайте, как подняться к факелу.
как это называется? Корпус обработки. Нам наверх. А мы наверх можем попасть... Стоп. Вот здесь? Я как будто в Рейвенхольм попал. Касс! Сюда! Броди! 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 Ты как там? Получше, чем ты, судя по всему. Остальных видел? Живых-то? Видал Роя, но у него дела плохи, инсулин нужен. А где Финли, я понятия не имею. Я с ней пару минут назад говорил. Говорит, не может мимо Ренника пробраться. Ну или мимо того, во что Ренник превратился. Кажется, остальные либо мертвы, либо чего похуже. Не знаю, что там на твоей стороне понтонов, но на моей нефтяные резервуары прорвало. Думаю, еще и утечка газа. В общем, час от часу не легче. Давай решить проблему по мере их поступления, лады? Сейчас нужно разобраться со свечой. Этот звук. Так, ладно, свеча. Сдается мне, газовый факел не так должен выглядеть, а? Не, основной газопровод прорвало. Полыхает, будь здоров. Если ситуация ухудшится, огонь перекинется на мачтовый кран. Рванет, будь здоров. Ясно, нам хана, опять. Надо просто переключить факел на запасной газопровод. Если ты доберешься до корпуса обработки, я смогу... Чего? Ты видел, что там творится? Тут-то получше будет, знаешь ли. Давай поменяемся, а? Тебе с управлением не справится, Касс. А так-то я рад душой, конечно. Господи. Ладно, ладно. Что делать-то надо? Найди там газораспределительный клапан и переключи с основного газопровода на запасной. Это на среднем этаже, на стороне факела. А я отсюда разожгу свечу. Огу. Если я вдруг не справлюсь, вот, держи. Господи. Если будет нужна помощь, я на связи. Удачи, Касс. Отлично. Спасибо большое, спасибо большое. Видать нам сюда. Что? Видать нам вот туда. Вот сюда. Опа. Броди, я откопала приемник, сигнала нет ни хрена. Ты знаешь, что нужно сделать. Эту херню нам разгребать. Это Финли записку передала. Она ему сообщение оставила, он записал его, получается? Корпус обработки. Да, кстати, ребята, я видел комментарии иногда, что некоторым хочется, чтобы я прям озвучивал мат, чтобы я не искажал произведение таким, какое оно есть. Я сам люблю, когда есть... мат в кино, если в кино взрослое, и он в тему, когда он просто лишь бы, чтоб он был, меня это не очень прикалывает. И не во всех фильмах, даже взрослых, мат бывает уместен, как мне кажется. Допустим, «Во все тяжкие» — это взрослый достаточно сериал, мне вполне устраивает, что там мата не было совсем. Я как был каналом без мата, я таким и останусь. Вот именно конкретно здесь. Мне кажется, это то, как уже заведено, то, как хорошо работает, то, как мне самому приятно. И так мы и оставим. Может быть, потом на других каналах, которые я когда-нибудь создам, я буду немножко по-другому что-то делать. Это не значит, что я... Я сейчас, наверное, цитирую уже комментарий конкретного человека, я не помню просто никнейм, что типа я заглушаю какие-то свои эмоции и так далее. Но... Если я мат использую в реальной жизни, то там я его использую на эмоции. Здесь я наслаждаюсь произведением и, меняя матерные слова на обычные слова, на более лайтовые, я не заглушаю в себе какие-то эмоции.
эмоции мне дает игра, я их испытываю. И все. Так, нам сюда. Тут уже не важно, есть мат или нету мата. Мне от этого впечатления никак не меняется. Я надеюсь, что у вас тоже. Мне не хочется отсекать аудиторию. Я хочу, чтобы меня смотрели все, кто меня всегда смотрел. А теперь давайте идем на этот прекрасный вой. Пение сирен просто. Кто-то здесь? Ой, ой. Я вдруг вспомнил, что я проходил прямо через нефть. Мне кажется, надо было это как-то историю обыграть, чтобы я держался дальше огня. Ну, в общем, сделать это частью игрового процесса. Усложнить задачу мне. Где монстр-то? Это Айдар, кстати говоря. И судя по тому, что сказали про... Воу! Короче, Ренник еще жив. И где-то ползает, и я с ним еще повидаюсь, судя по всему. Окей, гоу. Вниз? Да где же ты? Опа. А, это просто ткань. Блин. О, нет. Черт. Что я должен сделать? Что я должен делать? Я должен как-то что-то делать? Он сейчас сломает же нафиг. Он же нафиг сломает. Мне нужно как-то выбраться отсюда. Я в ловушке, в западне. Пожалуйста. Я жду тебя. А, блин, он прям полностью в сознании. Хорошо, выходим. Иди сюда. Что я говорил? Ой, 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 ой. Я интересовался, почему только некоторые из персонажей превратились в монстров. Мне нужен какой-то предмет, чтобы отвлечь его. Ой, ты не лезь-то сюда, слышь? Вот предмет. Сюда! О! Черт! Черт! Ца! Куда же мне его отвлечь? В какую сторону кидать предмет? Еще разочек, давай сделаем это. Он что, туда-сюда будет ходить? Секунду, секунду, сейчас обратно повернет, попробуем пройтись. Да вали отсюда уже! Что он делает? Ох, его плющит. Тут вообще предметов больше нету. Так, ладно. Блин, он, походу, заглючил. Он просто встал. Стоп, что? Во, отлично. Вот сюда. Хреново кинул. Оп, не, погодите.
Нормально. А вот теперь предметов больше нет. Вот сюда. Есть. Куда ты? Сейчас, погодь. Надо заставить его. А, он сам пошел. Он сам пошел. Он сам пошел. Понял. Термос застрял. Что это такое? Нажать. Оу. Скатертью-дорожка. Где он? Черт! Первый раз в стелсе просрал, обидно. Ладно, давайте попробуем сделать это еще раз. Сейчас оказалось легче сюда пробраться. Жмем. Окей. Где он? Окей. Отвлек? Отвлек. Ой, здесь надо вентиль закрыть. Где он? Каз, что происходит? Ты в порядке? Все, просто зашибись. Может быть, надо его поджечь? Он до сих пор там. Но, черт подери. Или не надо его поджигать? Осторожно. Что-то не в ту сторону. Угу. Идем. Дверь. Совсем близко. А нам туда не надо, да? Нам вот сюда надо. Ух. Похоже на то. Так. Что-то получилось. Газ. Вижу, что поток газа переключился. Рад, что ты в порядке. Я разжег. Подожди секунду. Ничего не вижу. Конечно, не бывает такого, чтобы хренак и фартануло. Нет, не работает. Газ обратно на платформу выдувает. Прости, Каз, тебе придется разжечь свечу вручную. Нельзя ее так оставлять, слишком опасно. Отправляйся к свече и воспользуйся запалом, который я тебе дал. Ты меня слышишь, Каз? Помаши хоть, чтобы я понял, что ты меня слышишь. Понял. Удачи. Она вниз, получается. Давайте, go вниз. Я сейчас чихну. А если я чихну, вы должны будете написать в комментариях «Будь здоров». Обязательно. Иначе я не буду здоров. Понимаете? Как я могу быть здоров, если вы не написали «Будь здоров»? Вы бы лучше сейчас прям написали, даже не дожидайтесь, пока я чихну. Цените меня, пока я еще живой. Так.
Черт, оно сзади. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Прыжок! Ай-яй-яй-яй, не в ту сторону. Куда? В какую сторону? В сторону какую? Ой, мне кацанули. Зря я повернулся. В итоге потерял ориентир. Чайка. Показали чайку в конце. Да давай, не смотри, все, бегом. Давай, ручками помогаем. Вот так. Бежим, боимся, кричим. Бег с препятствиями. Давай, ну. Хорош. Ой, вот близко. Налево. Прыгай. Хорош. А, пусть попробует тут просунуться, черт подери. Так, теперь за факел пойдемте. Ой, он с другой стороны, кажется. Айдар, я всегда читаю Андрей. Шайт. Швырнуть. Оп. О, сейчас будет все рушиться, да? Ну, гол! Куда, вот сюда? Ой, нет. Куда же? Что ж, подожгли Андрея. Ладно, идем. А он жив, интересно, еще? Он упал в воду. Ой, здесь мы провалимся. Здесь надо быть аккуратненько. Каз, быстрее, твою мать! Вот-вот обвалится! Все, я понял, я бегу. Пошевеливайся, свеча падает. Да я бегу, ты что не видишь? Каз, ты меня слышишь? Поторопись! Че ты... Ай-яй-яй-яй! Это я умер или так надо? Оставь меня в покое, Сьюзи. Ну, прости, дорогой, что? На нервы действую? Просто пытаясь расхлебать кашу, которую ты заварил. Да он сам напросился. Этот ублюдок по тебе еще со школы вздыхал. Всегда меня ненавидел за то, что я приличный парень. Что женился на тебе и что у нас с тобой родились чудесные дочки. Да ну, приличный парень. Хватит гнать, Маклири, приличный парень. Твоя 8-летняя дочь умнее, чем ты, да и шары у нее побольше будут. Ты о детях подумал? Жилье-то на тебя записано, бросят тебя за решетку и квартиру заберут. Да послушай ты меня уже, Сьюзи. Нет, закрой рот, Маклири, сиди на жопе ровной и слушай меня. Почему бы нам просто об этом не поговорить? Потому что я умнее тебя, вот почему. И я не позволю тебе испоганить детям жизнь. Не позволю. Разберись. Хоть в лепешку разбейся, мне плевать. Либо ты все сам уладишь, либо я ухожу, понятно? Сьюзи, послушай, мне очень жаль. Каз, хватит, ладно? Просто убирайся с глаз моих. Постарайся хотя бы сегодня никого не искалечить, а? Так, для разнообразия. Вот, эти кат-сцены, я не понимаю, для чего они, как они связаны вообще с тем, что происходит сейчас. Да нет, я не об этом. Зачем ты, Сьюзи? Господи Иисусе. Что я натворил? Но оно не имеет же смысла совсем. Вот эта история со Сьюзи, дети, что там. Оно никак не работает в контексте того, что фактически происходит. Это знаете, как вот вам говорят, смотрите фильм. Не знаю, а в космосе. Фильм в космосе. Чувак на космическом корабле летает себе туда-сюда. Но при этом вам показывают его предысторию, где он, не знаю, любил кушать дыни. Он такой, кушать дыни. Каким образом это влияет на то, что происходит в самом фильме, так скажем? И вот здесь, в самой игре, я не понимаю. Это не влияет роль, не влияет на мои решения, на мое поведение особо не влияет. Это не влияет на мое восприятие персонажа никак.
Какая разница, каким челом я играю? Если я просто кручу вентили, чиню какие-то штуки и убегаю от монстров. Мне кажется, им нужно было чуть упростить эту историю. Просто чел, который работает здесь. И все. У него тут своя определенная жизнь. Сьюзи? Что со мной творится? Вот если бы я бы начинал звереть и постепенно, находясь в этой ситуации, и стал бы угрозой для всех, кто вокруг меня, и мне бы давали возможность выбирать, там, убить персонажа, чтобы выжить самому или не убить. То есть мы оказались все здесь в такой стрёмной ситуации, где нам нужно выживать, и внезапно все братские наши чувства, вот это, что мы команда, нас будет игра постоянно ставить в ситуацию, где мы вынуждены отказываться от цивилизованности, от дружбы, от команды ради личного, собственного выживания. Вот это было бы интересно, и история соответствовала бы сама себе. Сейчас я пока не понимаю, эти Сьюзи, ее даже нету здесь. Просто она... А мы с легкостью могли любую историю этого чувака видеть. Он играл в Контру. Вот, он играл в Контру. Вот его предыстория. Он такой, что-то там страдает по этому поводу. Что угодно. Он мог быть поваром, мог быть учителем в школе. Так. Мы рушимся, к сожалению. Осторожней. Осторожней. Че, прям тут пройдем? Ой! Карабкаться. А, она меня толкает. А, вот карабкаться. Все. Поползли. Ой-ой-ой, осторожней. Я жалуюсь, потому что я из тех, кто хочет видеть, чтобы в картине, неважно, игра это, кино, все должно быть к месту. Все должно играть на одну идею определенную. Я не говорю, что не должно быть элементов, которые заставляют тебя смотреть на конкретную идею под другим углом, абсолютно переворачивать идею с ног на голову. Но все равно все должно быть подчинено одной конкретной идее. А лишние элементы, они просто отвлекают и лишают смысла произведения, как мне кажется. Итак, от Финли. Что не задумали? Броди, если ты получил эту записку, увидимся в инженерном корпусе. Я свое дело сделал. Надеюсь, твой план сработает. Это последний шанс. Все, мы входим в инженерный корпус, да? А, кстати, а вы как думаете на этот счет? Вот то, что я сейчас тираду загнал по поводу того, что все должно быть в единой, на единую идею работать. Что вы думаете? Я понимаю, что эти все истории, вот Сьюзи и так далее, дети, они должны как-то работать на то, чтобы мы сопереживали персонажу, но мне кажется, это как раз-таки больше нас отдаляет от персонажа. Несмотря на то, что мы в его шкуре, вот, это же мы и есть он. Если бы они бы наоборот сделали так, что вот этот Каз, которым мы играем, он немножко без предыстории, он это мы. И мы бы себя бы туда, на его место ставили все время. И как бы мы бы поступили, находясь вот в такой ситуации. Это бы гораздо лучше работало. А так мы смотрим на него как на человека стороннего. Он рассказывает о своих каких-то там проблемах, вспоминает. У него есть жена, есть дети. Мы такие, а, ну да, хреново, конечно, что там-то поругался с женой. Но сейчас нам не до этого особо, потому что мы выживаем среди монстров стрёмных. Итак, Финли. Дальше никак. Инженерный корпус заполнен
нефтью. Мы справимся, я не собираюсь сдаваться. Мы отсюда выберемся. Казу мы уже потеряли, но мы справимся без него. Не делай глупости, Броди. В смысле, потеряли. Звуки. Страшно. Неприятно. Бочка. Хорошо, что есть фонарик. Необычно здесь графика сделана, да? Когда я выключаю фонарик, видите, текстуры как будто остывают. Отделение газа. Хорошо, давайте отделим газ. Финли, срань господня. Маклири? Как ты до сих пор не сдох? Сам в шоке. Да чем тут вообще, блин, помочь? Надо отсюда выбираться, да побыстрее. Хоть немножко времени выиграем. Подмога-то прибудет вообще? Связи уже несколько часов, как нет. Так что надеюсь, что прибудет. Финли, хорошо, давай. Газ? А я думал, ага, он у нас ходячее чудо. Делайте, что будем. Короче, надо, чтобы платформа всплыла. Я нырну и выпущу натяжные тросы. Надеюсь, так мы восстановим равновесие и поднимемся. Вам обоим надо попасть в пункт управления. Рой. Слышно? Я застрял. Крыша жилого корпуса. Я не знаю, сколько я продержусь без инсулина. Может, меня кто-нибудь... Он на крыше, надо его забрать. Нет. Вам с Финли нужно в пункт управления. Это задача для двоих, а время у нас в обрез. Думаешь, у Роя время есть? Не могу я его оставить. Я его домой вернуть обещал. Ох, пусть идет. Ладно, иди, если хочешь. Вот только платформа заполняется газом и нефтью от бура до вышки. Бог знает, куда они уже успели проникнуть. Не советую. Знаю, Броди. Но иначе никак. Наверх можно попасть только через инженерный корпус. Его затопило, так что придется вплавь. Путь не близкий, так что будь начеку. А раз уж ты под воду полезешь, не паникуй. Ну да, так оно и будет. Хватит. Вы оба знаете, что надо делать. Так что погнали. Правильно, Броди. Спокойно, Маклири, ладно? Я иду за тобой, Рой. Я до тебя найду. Я найду. Пойдемте, гоу. Пойдемте искать Роя. Мне надо бы оттолкнуться от чего-нибудь. Что это было? Было что-то. Я мог оттолкнуться, да, кажется? Или нет? А мы все равно успеем. Да черт, заперто. Че, так пройдем, может? Ой, да там разота, видите? Стремная штука. Куда же ты хочешь, чтобы я пошел? Проберитесь вот сюда. Оп! Да я жму! Смотри, что делает, урод! Ладно, давайте обратно вернемся. Я все правильно делаю. Это система, механика криво работает, отвечаю. Ты будешь толкаться? Он не будет толкаться. Ладно, возвращаемся обратно. Пробуем еще раз, блин. Вот так. И чё? И сейчас работает. Может, надо камеру как-то правильно держать? Давай, красава. О, ноу, кровь. А куда теперь-то? Что? Мы рано выползли? Надо дальше?
Давай, давай, гоу, гоу, ползи, 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 молодец. Окей, дальше. О, нефть воняет. Видимо, где-то протечка. Ну, зашибись. Видимо, так, видимо, где-то протечка. Это все он сказал. А, продолжаем плавать, я понял. Протечка вот тут. Это надо вот сюда, получается, плыть? Да, по желтому проводу. Мне не нравится. Мне кажется, мы не успеваем. Ой, мне не нравится. Мы же не успеваем, нифига. Или... Или да. Есть. О, красава. Господи, уже повсюду почки. Она почкуется. Надо прыгать, получается, да? Или... Или куда он хочет, чтобы мы пошли? Куда-то наверх. А каким образом я наверх? А, может быть, сюда? Тихо, тихо, тихо. Интересно, а когда эта штука полностью зарастет? Точнее, не зарастет, а поглотит всю станцию. Что она будет делать дальше? Какой план? Наверное, нужно каким-то образом будет уплыть отсюда и попасть в цивилизацию, чтобы все заразить. Я же нажимал, блин. Как очень глубоко упал. Это что, я подох? Очень глубоко я нырнул. Давай. Пипец, как глубоко. Стоп, так должно быть? Я сделал то, что должно было произойти, видимо, каким-то образом. Опять я замерз. Ух. Опа, отогреться. Cold. I'm in a fucking nightmare. Поверить не могу. Ладно, Касс, соберись. Все хорошо. Главное, что мы согрелись. Ладно, хватит бить баклуши. Ой, там что-то страшно. Такое ощущение, как будто на Титанике нахожусь. Это еще что? Странная какая-то хрень. Сначала давайте здесь посмотрим. Страшно тут. Как будто бы часть корпуса просто отхавали.
Ой, ой, это же рука. Ой, это же нога. А зачем я здесь? Так, тут решеточка. Ну, видать, я здесь просто так. Стоп, посмотреть. Сейчас блевану. Ну и вон. Нам нужно оказаться вот здесь, в вентиляции. Ладно, давайте пойдем туда, где затоплено. Мерзость. Мерзость. Видимо, Рой выбрался через крышу. Нужно как-то подняться. Ага, блин. Стой, погоди. Да, пошел на крышу Каз Рой. Подпись. То есть мы все-таки правильно пошли? Там, возможно, каким-то образом через... Стоп. Мы сюда пришли, да? Да, через туалет, видимо, можно было пробраться. Я просто не увидел. А, так вот же. Господи, как я не заметил. Так, так, так. Страшные звуки. Близко. Сейчас реник будет, скорее всего. Жутко. А, мерзость. Должен же здесь где-то быть люк. Вверху, внизу. Да где угодно, блин. Вот. Господи, бедняга. Кто бедняга? Кто и что? А, вот, вот эти вот ребята. Ладно. Ага, вот здесь надо пройти. О, что? А, правильно, там оставайся. Что? Он что, живой там еще? Ну, понятно, да, что он живой, я имею в виду, что... Ну, короче, неважно. Смотрите. Вот сюда показывает. Я слышу. Все еще там. Здесь ничего нету. Быстрей. А, мама. О! Стоп. Это он пролезет? Не знаю, ты кто? О, боже мой, бедняга. Ну, сюда. Ладно, карабкаемся. Сейчас что-нибудь обломается, да? Я упаду прямо туда, и будет коридорная погоня. О, еще... О, блин! Вот вообще голову и полтела отожрали, блин. О. Ой. Какого дьявола? Что с ними произошло? Неужели это Троц постарался?
Это прям жутко выглядит. Ага, здесь мы можем спрятаться, если что. Давай возьмем. Ой, не, я не хотел это делать. Выход на крышу. Я так близко. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Ой. Ой. На тебе. Окей. Хорошо идем. Очень хорошо идем. Прям хороший боди-хоррор. Карабкаться. Ага, чё? Тебя здесь не место. Блин! Все-таки полез за мной! Черт! Давай, быстрее, быстрее, пожалуйста. Ладно, он не такой быстрый. Это меня радует. Куда нам? Сюда. Спрыгивай! Открывай! Куда? Мама, закрой дверь. Что здесь? Что здесь? А, сюда. О, боже мой. Вот. Взять. Инсулин Роя, вот он. Тут есть что-то еще интересное, что можно посмотреть, почитать. Ой, вкусняшку какую-то ел. Слышите? Размахивать своими щупальцами. Гоу. Надо все сделать, как было. Каз, твою мать. Прости, все, его. Надо идти. Он подох, он подох. Слишком просто как-то он подох. И мы снова на улице. Ой, елки зеленые, что это? Что за гравитационные аномалии? Ладно. Сейчас мы найдем Роя. Он здесь. А, нет, он вот здесь. Да, он тут. Наконец-то, слава богу, Рой. Сейчас дадим тебе инсулинчика. О, нет, Рой. Мы не успели? Рой, просыпайся. А сейчас прошу, вставай, ну же. Вот же ты урод. Не бросай меня. Вернись, старик, прошу. Господи, только не бросай меня. Рой, не бросай меня, я без тебя не смогу. Мне страшно, Рой, мне просто очень страшно. И что же прикажешь Сьюзи передать? Она же меня прибьет, понимаешь? Она тебя любила, старик. Правда, любила. И дочки тоже. Что мне им сказать? Ой, простите. Дядя Рой домой не вернется. А, знаю. Я тоже. Я любил этого здоровяка, понятно? Любил его.
Ну как так? Что, просто я не успел ему инсулин принести? Чуть-чуть не успел. Кто это? Это Финли, Касс. Ты нашел Роя? Хорошо. Слушай, Касс, администрацию затопило, так что в пункт управления я попасть не смогла. Попробуй сам туда добраться, лады? Блин. Ага, пусть сраный англичанин уже вылезает. Не вечно же ему в своей рубке сидеть, а? Касс? Касс, слышишь меня? Я малость волнуюсь, когда ты на меня не орешь. Чего там, Рой, выкаблучивается? Дай-ка я ему поясню. Касс? Чего там у тебя? Рой не придет. Боже, Касс. Он не выжил. Я опоздал. Сука. Мне жаль, Касс. Мы все любили здоровяка. Я его подвел. Он на меня положился. Не, ты сделал все возможное. Вернулся за ним. Ты не виноват. Никто из нас не виноват. Слушай, Касс, прости, но нам нужна помощь. Иначе мы все тут утонем. Ага. Надо сваливать с этой платформы. Хорошо. Тогда тебе нужно перебраться через палубу и найти пункт управления. Дай знать, когда доберешься. Я тебе все объясню, лады? Ага. Доберитесь до пункта управления. Ладно, пойдемте. Я знал, что его убьют. Я знал, что его убьют в итоге. Я предполагал это, так как к нему нас располагали, что, мол, классный чел. Мы с ним хорошо дружим. Что потом... В общем, сделали все это, что потом нам просто разбить сердце. Изверги. Жестокие разрабы, жестокие. Чертовы кукловоды, манипуляторы. Куда нам? Что? Вот сюда. Выдержит ты хоть? Оп. Все, держусь. Все нормально. Потихоньку, полегоньку. Черт. Ага. Потихоньку, медленно, наверное. Почему меня гравитация это не затягивает в эту воронку? Все хорошо. Так, мы здесь будем балансировать сейчас. Черт, нет, я... Ой, как страшно. Я представляю, я просто пытаюсь себе представить, что я нахожусь здесь. Это что? Это что такое? Это что такое? Блин, станцию уже не узнать. Тихо. Давай обратно карабкайся. Все, принесло. Ладно, здесь нужно просто разогнаться, бежать, прыгнуть, а? Красава! Ну? Очень интересно, что там? Я не могу, кстати, бежать. Я устал, я измотан. У меня горе. Мы прямо сюда и идем. Что бы это ни было. Так, а нет, мы сюда. Оп. Пункт управления. Страшно, что-то там.
Какая-то космическая хрень. Я тут ничего без указания Финли трогать не стану. Ладно, я понял, нужно Финли. Страни господня, Роупер. Ой, он живой. Тебя только не хватало. Потихоньку. Все хорошо, надо просто позвонить. А где телефон? Рядом с ним? Ага, вот так. Где телефон-то? Где телефон? А, вот. Финли. Финли. Я в пункте управления, я... Я тут не один. Блин, сраный Реник тоже там, что ли? Не-не-не, боже. Это Роупер. С ним беда. Ка, слушай меня, лады? Слушай. Лады, надо собраться с духом. Объясни-ка, что мне делать. Тебе нужно найти два переключателя. Сначала найди панель управления балластом. На ней есть переключатель ручного режима. Он-то тебе и нужен. Разберешься, и я тебе объясню, что делать дальше, лады? Ага. Ладно. Поищу. Так. Ты терпи. Ой-ой-ой, не представляю, что это за ощущение. Блин, мне за такое маловато платят. Внимание, данные переключатели предназначены только для экстренных ситуаций. Прежде чем ими воспользоваться, необходимо отключить панель управления натяжными тросами. Убедитесь, что весь экипаж покинул понтоны, перед тем, как воспользоваться переключателями. Окей, я понял, я убедился. Экипаж покинул, так, хорошо, а это что? Да какого хрена заперто? А? Оно тут? Заперто. О, сука. Нужно найти ключ. Хорошие новости. Охренительные просто новости. Давай сразу скажи нам. О, это здесь. Все нормально. Вот так. Я присмотрю, ладно? Реник. Не подпускай. Его! О, я с ним все еще рискую столкнуться, я понял. Я малость запутался, что мне делать? Тебе нужно найти панель управления балластом. А, да, все. Все, все окей, все окей. Жди. Надо открыть. Стоп. А почему он... Почему он хочет, чтобы я опять его ручку потрогал? Нет, я не буду этого делать. Я буду вот это делать. Свяжитесь с Финли. Ручной режим есть, что дальше? Ага, теперь надо затопить носовой понтон. До самых, блин, краев. Обожди-ка секундочку. Понтоны же и так заполнены нефтью с газом. Вся эта херня на палубу выльется. Выбора нет, иначе платформа перевернется. А если мы затопим понтон, то у нас хотя бы будет шанс. А что Броди? Он разве не внизу? К этому моменту он уже должен был выбраться. Он свое дело сделал, теперь наш черед, понял? Реник. Ладно, он идет за мной. Не подпускай. Его... Что это было? Это Роупер. Забей на него. Затопи носовой понтон. Да, да, сейчас. Так, удерживайте. Готово? Ладно. Возвращаемся к Финли. Финли! Лады, готово. Дальше что? Финли говорит, все. Давай, давай. Что, давай? Понеслась.
Ну и что, сработало? Зашибись! Видишь, не такая уж и безнадега, а? Слава богу, Финдли. Что дальше? У Броди есть план. Встречаемся в пункте управления Буром как можно скорее. Ладно, увидимся там. Все будет хорошо, Касс. Очень на это, сука, надеюсь. А! Блин! Черт! Роупер, это же я! Мы только что с тобой болтали. Че ты начинаешь, Роупер? Все, я подпущу к тебе Рейника, понял? Пусть делает с тобой, что захочет. Нафига так я тебе доверял? Нахрена? Потрогал меня своей клешней, своей штукой мерзкой, своей... Да. Касс! Сьюзи? Ты почему не следишь? Это твои дети, блин. Что за истеричка? Что с тобой не так? Мать-перемать, я что, с ума схожу? Так, ну чё, Рейник, я готов с тобой увидеться. Я готов. Нет, я пошутил, я не готов. А, это всего лишь вода. Ну тоже не очень приятно. Куда меня? Видать, куда-то сюда. Куда-то плывем. Ой, вспышки. Плывем по течению. Все будет хорошо. Шайт. Откуда это, блин, звук? О! Что такое? Опять чайку показывают. А, погодите, я сдох? От чего я сдох? От этой штуки? Я посмотрел ей в глаз? Что? 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 Рейник? Я готов, Рейник! А ты готов? Опять затапливает. Да я не могу. Я застрял здесь в двери. Нет, все нормально. Гоу. Вот только побыстрее, побыстрее. Стоп. Ой, вода хлынула. Опять побежал, побежал, побежал. Давай. Да беги. Не могу, я не могу просто бежать. Ладно, зато я могу плыть. Пожалуйста, быстрее. Они специально, да, специально заставляют меня так медленно плыть, чтобы я напряг почувствовал. Я почувствовал, молодцы, удалось. О, нет! Так, слушай, выползай из воды уже. Или нет, или не... не. Надо просто дальше продолжить плыть. Немножко осталось, я успею. И еще один рывок. Слишком заманчивый свет, он очень приятный. Ощущение, что он спасет меня. Давай, еще чуть-чуть. Ой, я не успею. Нет, я успею! Красиво. Слышишь? Телефон. Кейт! Сьюзи? Мэйди? Сьюзи, что... Вы где? Касс, их нигде нет! Сьюзи! Черт. Так, а может они все-таки подведут эту бэкстори к тому, что происходит сейчас? Может быть, никакой Сьюзи не было? Я слышу тебя, Рейник.
Здесь нельзя задерживаться. О, черт. О, течением куда-то меня несет. Куда-то, блин, меня несет. О. Где я? А. Давай-ка нам хватит воздуха, окей? Спасибо. Что? О, боже, надо отвлечься. Сейчас он на меня нападет очень скоро. Чем дальше я иду, тем ближе это нападение. Неизбежное, неминуемое. В этот раз тебе не уйти! Ну ладно, побежали. Почему? Что я тебе такого сделал? Хорошо. Он не сможет пробраться. А, эй, слышь? Руки, точнее, штуки убрал? Ой, не оставляй меня умирать! Только не здесь! О, господи. Ага, покойся с миром, тварь. О, погодите, я убил его, все? Не может быть. Не может быть такого. Так просто, легко. Как-то кульминации не было. Слишком... Я думал, он будет прям как босс, и там нужно будет стараться. Пункт управления буром. Ну что ж, Финли, слава богу. Финли? Она дохлая? Что происходит? Ты говоришь, что? Финли? Она жива, с ней все в порядке. Взять. Касс, наконец-то! Броди. Что с Финли? Она сама не своя. Слушай, Касс. Времени в обрез. У меня тут полно нефти с газом. Эта дрянь скоро поползет в бурильную трубу. Ты о чем вообще? Я все еще на понтонах. Мне осталось пара минут. Ничего не поделать. Эта платформа как пороховая бочка, понимаешь? Одна искра и... Тебе нужно отсюда выбираться. Выбирайся наверх, а там разберемся, лады? Я не смогу. Чего? Не смогу выбраться. Подожди. Прости. Ты теперь сам по себе. Постой, послушай. Я тебя заберу, ладно? Нет. Ты полпути до меня не пройдешь. Опора затоплена, а газ? Ты не сможешь. Снаряга для погружения есть. Есть, но... Вот и давай. Это нефть, газ. Ничего же не поделать. Оно завали хлебало. Я осознавал риск, когда сюда попал. Блин. Не могу же я и тебя потерять. Слушай, как... Касс, все хорошо, я... Я уже на острове Скай. Ты такой воды в жизни не видел, Касс. Чистая, спокойная. Надо просто смириться и... Все хорошо. Да. Красиво. Сгоняй туда как-нибудь. Лады? Ну уж нахрен. Я после всего этого в воду не ногой. Ага. Касс, вы с Финли справитесь, а? Она что-то глупости не натворит, я уверен. Броди, ты слышишь меня? Касс, каких еще глупостей, не молчи. Она все выше. Я тебя слышу, Броди. Я с тобой, никуда не ухожу. Вернись, Броди. Броди. Господи.
Руди. Бля. Как такое вообще возможно? Что делать будем, Финли? Да какая нахрен разница? Он мертв, и тебе без разницы? Он бы все равно помер. Как и остальные. Понимаешь? Мы тут паримся с электричеством и понтонами. А надежды нет. Только и остается наблюдать, как ребята в чудищ превращаются. И хоть бы раз, хотя бы раз, блин, сделали то, что нужно было сделать. Успокойся, ладно, ты о чем? С меня довольно. Как-то неожиданно внезапно пессимизмом заразилась. Финли, нет. Вернись. Она же такая была бодренькая, хорошенькая до этого. Что-то... Что вдруг? У них был роман с Броди, или как? Он был не особенно дорог. Финли, погоди, твою мать, Финли. Нет уж. Задолбалась я ждать. Ну хватит, у тебя крыша поехала. Нет, у тебя. Я-то теперь все понимаю. Ну, Финли, ай, слышь, ну не закрывайся от друзей. Отвали, Маклири. Я такую тварь превращаться не собираюсь, понял? Она хочет выпилиться. Господи. Никто из кораблей мимо проплывающих не видит эту жесть? Это как огромный сигнальный факел, пущенный в небо. Боже мой. Нам нужно отсюда выбираться. Слушай, Финли. Финли! Себя-то не обманывай, придурок. Пан или пропал? Ну, Финли! Открыть точно не получится. Я пошел по ступенькам. Как в детстве, когда... Кто так делал в детстве? Друг едет на лифте, а ты пытаешься его по лестнице обогнать. Нет. Сюда. Фок. Шайт. Финли! Остановись, пожалуйста. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой. Это нам... Может быть, все-таки вот сюда надо? Могу я? Оп! Все нормально. Нет! Что нет? Где она? Ой, ее придавило. Кас, я с тобой, Финли, я с тобой. Кас. Чей голос ты слышишь, когда... Когда оно близко? Чей голос? Я слышу жену. Я так хочу к ней вернуться, Финли. И к дочкам. А я сына слышу. Когда он маленький был, знаешь, я его слышу. Он поет. Мы их больше не увидим, Каз. Подмогу же в пути, ты ведь сама говорила. Блин, Каз, да не нужны они нам. О, черт подери. Сука. Прости, Финли. Я не знаю, что мне делать. Пойми уже, Каз. О чем ты? Мы не сможем вернуться. Мы нет. А вот оно... Чего? Оно ведь нами не ограничится. Маклири, не позорься хотя бы раз в жизни. Прояви мужество. Ради них. Сам ты уже не спасешься. Так спаси хотя бы их. Господи, Финли. Ты что, на авось надеешься? Если она доберется до суши. Ох, я же права, сам знаешь. Я всегда, сука, права. Черт подери. Ладно. Ладно. Ради них.
Они, в общем, проворачивают полностью фишку фильма «Нечто» от и до. Они даже не парились тем, чтобы как-то по-другому все завернуть. Мы сейчас делаем ровно то же самое, приходим ровно к тому же выводу. Спойлер к фильму «Нечто», кстати говоря. Извините, пожалуйста. Опа. Так, мы вошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Хватит, хватит, хватит. Стена меня толкнула. Господи, я... я практически ничего... Во, спасибо. Так лучше. А сейчас мы искру, да, сделаем. Боже милостивый. Господи, у нас не было ни единого шанса с самого начала. Получается, у них не было шанса, да. Ну чё? Прости, Сьюзи. Как же... Как же мне жаль. Ну что, давайте сделаем это. Уже была искра, чё мы не... Нажмите правую кнопку, чтобы смириться. Это что-то на уровне F to pay respect. Да, да. Горько все это, конечно же. Что? Ты не узнал меня, да? Нет, извиняюсь. Мы знакомы? В некотором роде. Давно не виделись, Касс. Секундочку. Сьюзен Лаферти? Блин, это ты! Она самая. Боже мой, Касс, а ты совсем не изменился. Нос все такое же, а? Ну, похоже, кто-то тебе его по роже хорошенько размазал. Мы пробираемся куда-то вперед. Я здоровяку выпивку задолжал. Господи, Касс, вот только про Роя мне сейчас думать и хочется. Он за мной присматривает. Он тебя обожает, знаешь ли. А мне несложно полюбить Камерон Маклири. Ага. Мне это не знать. Замолчи, дубина. Я же правду говорю, Сьюзи. Люблю тебя. Люблю тебя больше всего на свете. Вот же ты балбес. Ты тоже ничего в целом. Выйдешь за меня? Чего? Я серьезно. Выйдешь за меня? Детишек заведем. Хочу с тобой всю жизнь прожить. Красавица. На тебя похожа. Слава богу. А вот глаза у нее твои. Как у моего отца. Мне жаль, Касс. Знаю, ты хотел бы, чтобы он ее увидел. На, уже по его. Старому козлу было плевать на меня, так что до нее-то ему какое дело. Он тебя по-своему любил, Касс. Я тебя никогда не покину, Сьюзи. Всегда буду с тобой. Всегда буду рядом с нашей малышкой. Ну да, это не то, что произошло в итоге. Опа. Мы дома. Сьюзи? Сьюзи, это ты? Мне кажется, было бы классно, если бы мы еще в начале игры оказались где-то здесь, чтобы ощутить этот комфорт, чтобы мы, теряя это, жертвуя собой, еще раз вспомнили. То есть отзеркалить, вот если бы вообще отзеркалили,
эту сцену. То есть, если бы эту сцену вначале поставили в игре, мы бы здесь проснулись рядом с женщиной, которая повернута к нам спиной. Она без одежды лежит. Мы чувствуем ее тепло, так приятно. Можно даже бы ее приобняли слегка. После чего начинается игра, и к самом конце, кульминации, мы оказываемся в каюте. Ну, перед кульминацией, точнее. Перед концовкой, где мы жертвуем собой, мы оказываемся в каюте у себя, где тоже есть кровать, где мы чувствуем вот холод, одиночество, ужас. Так, здесь наша свадьба получается. Где-то я говорил в какой-то игре, что у меня есть такая мысль, что перед смертью мы оказываемся в каком-то месте, которое отсылает нас к воспоминаниям каким-то, давним воспоминаниям, возможно, слышим что-то. В общем, все наше тело всеми чувствами ощущает что-то супер, супер знакомое, супер дорогое из детства. При этом это все, оно, может быть, даже намешано друг с другом. Ты можешь оказаться в комнате какой-то, на улице, может быть, но при этом слышать звук, не знаю, музыки, которая не может здесь, по идее, играть, или голоса какого-то, при этом ощущать прикосновение чьи-то. То есть все настолько может быть смешано, чтобы под конец жизни, знаете, как мы полностью собираем картину ачивок самых классных, что мы ощутили. Потому что именно ощущения — это важно. Это то, что мы вынесем с собой перед смертью. Ощущения от жизни, которую мы прожили. Материальное мы с собой ничего не возьмем. Поэтому наши ачивки перед смертью, скорее всего, будут какие-то... Набор самых классных ощущений, что мы ощутили. И мы их всех ощутим и отдадим концы. Вот я так думаю. Поцелуй детей от меня. А, это мы как раз-таки... Скажи им, что я вернусь на Рождество. Это как раз-таки тот самый день, когда мы отправились на станцию. Ой, прости, Сьюзи. Привет, Касс. Извини, что нагрубила. Хотела тебе кое-что передать. Хотела сказать, что мы справимся. Я точно знаю. Так что не оплошай там. И вернись домой в целости и сохранности, мой дорогой здоровяк. Мне тебя не хватает. Люблю тебя. Дочки по тебе тоже скучают. Я все злюсь на тебя, конечно же, за Роя немножко, но хороший он мужик. Он за тобой присмотрит, я это знаю. Что бы ни случилось, все будет хорошо. Мы все переживем. Просто хотела тебе это сказать, Касс. Хочу, чтобы ты вернулся домой к нам целым и невредимым. Люблю тебя, Камерон Маклири. Не оплошай там в море. Мой муж. Моя любовь. Полное мнение об этой игре я выложу в своем бусте. Можете зайти сейчас, ссылка будет в описании. Попишитесь, если хотите, увидите мое мнение полностью. Чтобы сейчас не затягивать, я просто попрощаюсь. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Это была интересная игра. Хороший аттракцион. Она не столько страшная, сколько, да, просто хорошенький был аттракциончик. В конце немножко горечи накидали. Это было хорошо. Надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь, будет больше игр подобных. Это была неплохая игрушка. С вами был Юджин, друзья. Подписывайтесь на канал. Если у вас YouTube лагает и так далее, то еще можете на мои другие соцсети подписаться. Там будет Telegram, ВК. Но в первую очередь всегда я буду в YouTube все выкладывать. Так что надеюсь, вы найдете способ смотреть YouTube. Мы все знаем этот способ. Способ называется видосами пристально насмотреться. С вами был Юджин. Спасибо всем. Всем петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять.